Кстати, ты вот на Труханове что-то писал. Хуя нету. Да? Да. Заебись. Мне только тормоза нравятся. Ну что, в Декатлон за штанишками едем? Да, поехали. Под песота. Кто ведет? Хоровод. Я не знаю, как отсюда ехать. Поехали, я знаю. Поставим 25-ю камеру на 40-ую эпоху. Доставай камеру. И посмотрим. Только это моя камера. Так я говорю, эту поставлю. Почитай, это 25-я камера или нет? Да не, не надо, я сейчас заклею. Заклеишь? Точно? Смотри его, если что есть. Если что есть, да. Две такие камеры в Декатлоне, 90 гривен. Это штуки? Две, похвачки. Вообще шар. Ага. Залетели в Декатлон, приборы холятся. Сейчас Рому наряжать будем в новый топовый шмот. Да.
О, я бахилы нашел. 450 рубасов. Вот я думаю, бахилы я себе возьму сегодня. Шлемы есть. Очки. Утеплители рук. Все по доступным ценам. Очень много термо. Кофточек всяких. Бафы, перчаточки. Ну, все есть, в принципе. Эти штаны без виндстопера по 450. 740 прикольный купец. $990 уже штаны идут. Ну, по-моему, эти тоже без виндстопера. Ага. С виндстопером идут подороже, которые. Жилетки, курточки, легкая ветровка такая. Ну, я думаю, это чисто на ночь одевать. Жилетки мне их не нравятся, они какие-то резиновые. Смысл, если здесь сделать здесь дождевик спереди, а сзади оставлять сетку. То есть сзади ты по-любому промокнешь. И сзади обычно с колеса все летит. То есть как бы спина даже больше промокает. Здесь просто можно было виндстопер сделать и все. Смысла в этом нет. Да-да? Но это МТБшная. Чуть больше, да? Да, в три раза. А вот это попизже сидит, как кстати. Да. А да, мне М-ка? Не да. Это М-ка у тебя? Ну я же ее поверх своей. Он штаны 1400. Мне получается вообще я скажу. Я ее сейчас. А, не, нормально. Почему? Она нормальная. Меньше не надо. Плюс ты еще харю нахаваешься за зиму. Ты что-то с такой зимой похуднеет, брат. Короче, вот это толково. Да, и кстати, по цене как бахилы. Да, да, ну вообще прикольно. Угу. По озеру или по дороге? Потренили, блядь. Куда вы поедете? Раскатываемся. Конечно, вы не видели. Прибарахолились, дружки. Ну, так ты на велосипедиста стал похож. Ситуация такая, ДПО не очень лояльно, кстати, относится к таким вещам. Проехала 200 метров на бахилах, и они у меня распались. Я приехал обратно, мне сказали, не вопрос, мы можем вам их поменять. Сейчас будем менять. Вот такие же. Ну все круто, Декатлон Форева работает, меняет гарантийный заказ. Фонарь хотел бы где-то глянуть. В переходе, кстати, есть. Вот там мы проходили, там есть фонари. Да? Да. А не сильно кончили? Нет, не сильно.
Сейчас оттормаживаемся после линии. Сначала будет команда, перестаем крутить. На 30 километров в час. Тебя показывают 30? Догоняй, выравниваемся. Аккуратно там яма сейчас. Прижмись чуть к нам. Перестаем крутить. Все плюс-минус одинаково. Ну, еще раз. Не хочу. Ну, понял, вся проигрывает моя покрышка. Почему? Потому что она самая узкая и самая накачанная. Самая легкая. Еще у тебя велик хуёвый. Да. Не, ну я тебе скажу, трахтище, ну реально выручало. И вот, допустим, где-то вот когда со спуска на светофор летишь, типа тормозится, блядь. Ну, я считаю, что тормоза лишними не бывают. Ну да, лучше их модулировать просто. Согласен.